А какая третья решающая у нас? Сейчас мы узнаем. Давай смотреть для начала Даст. И по третьей... До третьей еще нужно дожить, это правда. Ну и в обороне начинают Virtus.pro, Hard Legion атакуют. Что у нас по наборам? Кикер играет со смоком с двумя флешками без дефьюз китов. Ну и с другой стороны у Hard Legion 5 арморов. Там этот поговаривает знатный тренер Нави Джуниор, что все-таки третьей карты нам знать не надо, потому что ее просто здесь не будет. Не буду говорить, кто выиграет, но опять-таки же мнение свое он, точнее, он с нами поделился. Давайте смотреть, что произойдет. Ну, пока без гранат. Вот что мне не нравится в пистолетке за атаку, все-таки было бы неплохо иметь парочку гранат и выйти на какой-то из плантов. Однако решили Hard Legion играть контактный раунд. Возможно, это будет выход на мидл. Там уже пошел, кстати, под джимбе плента. Адрен забирает рейджа. Это было в мидле как раз-таки. Ну и сместились ребята из Hard Legion в сторону Зига. Кикерт. Там сейчас еще один на центре упадет. Под джим нижней тэшки от Якиндера. Ну, читают сейчас Virtus.pro своих оппонентов. Начинается выход. Санджет забирает здесь свято. Ну и дальше продвижения нет. Так, а вот Якиндер остановили. Попытка пробраться в спину закончилась провалом. Кинки делает минус. Адрен красный. Попытка уйти. Адрен на ноге унес с собой жизнь Кинки. Краб на размене. 2 в 3. 25 секунд до конца этого раунда. И чем же все это дело закончится? Красный там игрок команды Virtus.pro. Там Форстер... в КТ. Да, Форестер забирает Санджи. Отличное решение от Форестера. 1 в 2. Есть инфа по одному. Забирает он Джейма. Остается против Кикерта. Кикерт на спуске. Ну, все, времени нет. И, кстати, может быть, успеет. Нет. Теоретически нет, не успевает. Перемудрили. Перемудрили. Ну, вот кажется, сначала мидл попробовали, потом ушли в зиг, оставили в зиге человека, опять ушли в мидл. Ну, как-то так нецельно в атаке выглядели в пистолетном ребята из Hard Legion. Экономически сейчас будет раунд, однако мы видим, что Rage уже покупает скаут, и это не экономически, это форсированная закупочка. Конечно же, Virtus.pro также покупает. Ну и смотрим, наверное, на какие-то решения от Hard Legion. Они сейчас двигаются очень активно в сторону Аплента, и это будет выход на лонг. Так, ну что, попытаются под флешки продавить длину. Первый минус есть, свят забирает Санжи. Кикер на размене. Так. Будет... Крад! От крада. Второй минус. Нет, Джейм красный, но все же выживает. Ой-ой-ой. Джейм, понимаешь, сейчас нужно сыграть аккуратно. Так-то он еще и красный. Ну и смотри, как все остро смотрится. 3 в 3. И Hard Legion, в общем-то, имеют неплохие шансы. Есть три смока. Ну вот опять-таки же, за счет агрессивных действий от Якиндера была поджата верхняя тэшка и сбор информации по подходам к базе Б. Да. Есть абсолютно полное понимание того, что это будет попытка атаковать позиции Аплента. Попытка успешная. Не самый удачный, кстати, смок, при том, что было всего три смока. Тем не менее, Hard Legion заходят на базу А, ставится пакет. Кинки подгорают. Рейдж! Какой выстрел по Якиндеру! Ну и 3 в 2, и Virtus.pro что будут делать? Сейвить? Нет, идут. Джейм 10 хп, Адрен на всех парах летит через шорт. Кстати, диффузов нет. Адрен погибает, Джейм может уходить на сейв. Как плотно Форестер отвесил колобаху с дигла Адрену. Джейм красный, да, ну, как ты сказал, действительно, единственное правильное решение — попытаться сохранить фармган. Правда, вот девайс не самый подходящий. Да, это правда. Но лучше уже сохранить, хоть что-то вынести из этого раунда, так как еще есть у Джейма тяжелый армор. Это, безусловно, плюс в такой ситуации. Ну и отдают Force Buy Virtus.pro. Сложно сказать, что пошло не так. То есть, ну, где-то, конечно, была хорошая стрельба. Где-то удачный, вполне удачный энтри на ланге. Тэг очень коварный пистолет в ближних и средних дистанциях. То есть там он мог вообще двоих положить. Ну так. Теоретически, конечно же. Ну и сейчас денег у Virtus.pro очень-очень мало. Очевидно, что это будет Force Buy. Диглы, опять же, скаут, все тот же МП-9 на руках у Джейма. Ну и уже, я так понимаю, ждем ответ от Virtus.pro, в свою очередь. Здесь мишкам нужно показать, прежде всего, наверное, хорошую стрельбу. Так, Форестер не очень удачно. Красный! Какой хедшот! Как же он там дал вообще? Тупо дерзкий Санджи. Отличный минус. Дигла забирает свято. Второй игрок команды Hard Legion погибает. Ну вот по всем фронтам пытаются давить Легион, и это приносит желанный результат. Есть минус Якиндер на центре карты, есть информация о том, что на пленте находится как минимум двое. Ну и давайте смотреть, чем это все закончится. Подсадочка. Вот это очень важный минус сделали на Б. Сейчас Hard Legion понимает, что Б-плент пуст, и нужно туда двигаться очень-очень быстро. Но бомба при этом еще не вышла. Да, вот сейчас начинает бомба двигаться через тэшку. Прекрасно понимает Hard Legion, что
происходит сейчас на карте. Они знали, что бэплэнд пуст, после того, как сделали минус по Адрену. И Кинки закрывают здесь на позиции люркера мид. И Virtus.pro, судя по всему, проигрывают второй раунд. Да, так и есть. И с большой вероятностью мы увидим очередной сейв от Алиджами. Скаут, красный кикер постарается сохранить, в свою очередь, фармган. Как же душит Легион. То есть, да, они классно вот синициировали лонг. Тут же экшен в медле, тут же фраг. Тут же быстрое понимание, что происходит. Смог на КТ. Знали они, что на Б1 чел. Мажет здесь Джеймс со скаутом. И раунд команда Virtus.pro проигрывает. Ну и очевидно, что Hard Legion имеет здесь все шансы выйти на третий. Ну, видишь, вот начиналось вообще все шикарно. Для... Вот, не до конца мы не увидели там минус по Адрену. Начиналось все шикарно для Virtus.pro так-то в этом раунде. Ну и сейчас Сека. И Киндер получает прострел неприятно в начале раунда. Залетает. От Рейджа, кстати, да? Рейдж играет с АВП. Штатный снайпер. Но это как раз-таки замена спидаку. А, точно, да. Я что-то... Спидак что у нас играет в эспаде. Немига. А, в Немиге. Фу, простите. Конечно же. Но он, кстати, очень хорош там в Немиге. Я на самом деле вообще поражаюсь этому решению. Ты знаешь, от этих изменений выиграли сразу два коллектива. Да. И Харлегионы заиграли неплохо. Ну и то, что делает сейчас спидак в Немиге, это просто брависсимо. Да, сегодня Немига четко разобрала Винстрайк. Так, ну что, продолжают легионы доминировать после проигранного пистолета, взятого Форса. Готовы забрать третий, но вот вопрос, с какими потерями Кинки как будто пятой точкой почувствовал беду и своевременно скрылся с очень опасной позиции, а Якиндер уже планировал и видел, как делает этот фраг в спину. Да, но несмотря на то, что Virtus.pro вроде как читает оппонентов, сделать-то они по факту ничего не могут. Это эко, и здесь очень тяжело. Находит там все-таки фраг Санджи, но его тут же успокоили. 4 в 1. Джеймс с Юспиком копит на АВП. Понятно почему. Ну и Hard Legion забирает третий раунд. Бомба устанавливается на А-базе. Форестер не чекает угол. Нет, все-таки увидел, и Джеймс перестрелял. Здесь еще и трофейная АК было бы неплохо отнести куда-нибудь подальше. Так, а что задумал Алиджами? Кстати, это самый непредсказуемый вариант для сейва. Да, знаешь, когда ты думаешь, что... А куда бы он пошел? Да, это плюс. Но точно не на зиг. Позиция неочевидная совершенно. То есть только если сейчас тот игрок, который находится на планте, сорвется и побежит в зиг, тогда да, у Джейма могут быть проблемы. Но нет, Рейдж идет на яму, опять же, выбирает более сейфовый вариант. То есть даже понимаю, что до последнего... Можно, да, ожидать здесь гостя. Мало ли, может, там какой-то ниндзя с дефьюзами придет разминировать бомбу, но не в этой ситуации. Как я и говорил ранее, Hard Legion забирает третий раунд и смотрим уже на оружейный бай от Virtus.pro. Ну, кстати, АК здесь очень-очень к месту. Кстати, вот знаешь, хотел такой, я не знаю, может быть, исторический факт для тех, кто не знает. Rage в свое время, когда начинал свою, так скажем, полупрофессиональную киберспортивную карьеру, защищал цвета команды Агеймин под руководством Николая Вейса Поплавского. Олды помнят. Да. Должны помнить. Ну а попытка Рейджа подстрелить кого-то на центре карты закончилась попаданием в ногу Якиндера. 6%. Как он выжил, я не понимаю. Бриллиантовая пятка Якиндера продолжает держать оборону базы Б. А вот Hard Legion для себя некий плюс в этом раунде уже получили. Так, ну и можно сказать, что по стратегии все неплохо. Они отжали коробку и вышли на лонг. Здесь поджим тайминговый от Virtus.pro. Опять же, отличное решение для контроля карты. Я тебе скажу так, Леш, это третий поджим от ВП в верхней тэшке. Не встречают там сопротивления, выпад на длину. Это контрагрессия. Вот, наверное, это уже было лишнее. Крат, попытка забрать Алиджами. Нет, не в этот раз. Ну, Джейм четко сыграл там на размен. Аккуратно. То есть понимал, что упустил своего тиммейта и нет возможности сделать рефраг. Однако справился. Там был, да, видел ретейк в моле, как вышли на длине. Тоже, опять же, в середине раунда. Понимали, что заняли лонг. И понимали Hard Legion тоже, что... Сейчас, может быть, врыв, кинули молик туда, и игрок уже дефенса выходил и горел там до конца, но, тем не менее, в плюс разменялись Virtus.pro. Рейдж идет с АВП на базу А, и, собственно, тиммейт его свят также рядом. Там и, контровский спаун, мид и база Б. Вот ну, дали А, да, решили выбивать. Не знаю, насколько это справедливо здесь. По ситуации, наверное, нормально. Нет дефьюз китов. Возможно, они где-то есть на А.
Это проблема. Это проблема, но да. В зигзаге уже есть игрок, и вот как раз-таки в руках Адрена очень многое сейчас залетает Адрену коктейль Молотова. Адрен пробегает через ступеньки. Окей. Рейдж. Важный минус. Забрал Санджи. Жду для Адрена. Ой, как же Свят вовремя сместился. Играет очень аккуратно Адрен на опыте, понимает, что оппонент может выйти в любой момент. Пускает префайры по пульке. Вырезает угол. Адрен, ну, просто батя. Рейдж сложно будет. 1-2. Не попал. А вот... А дефюз китов нет. Ну, вроде успевает. Там вот на тоненьком. Нет. Ой-ой-ой-ой-ой! Он понимал, что не успевает. Ой-ой-ой. Как обидно. Обидно, вот. Очень обидно. Хороший ретейк царский. И Адрен сделал все для того, чтобы выиграть его. Однако не хватило дефьюзера. Don't be a loser. Buy a diffuser. $400 было у Санджи. Не-не-не, это за фраг он получил, да? Наверное. Эх. Скорее всего, да. Да нет, тут как бы ситуативно. На самом деле там буквально, видишь, они просели, проиграли где-то секунды. Ну, две. Ну, так-то, да, по-хорошему. То есть он там отпускал. Ну, 2-3 секунды они. Там четко отманцевал игрок в фланте. Это, по-моему, был крат. Вот. Он либо Свят. Либо Свят жил максимально долго, и это было действительно ключевой историей в прошлом раунде. Но засейвили один девайс. Итак? Это снайперская винтовка Али Джами, и зная, как может быть хорош Джейм, это может все-таки помочь Virtus.pro перевернуть ситуацию в свою пользу. Итак, по большому счету, упрекнуть Virtus.pro, ну, не за что, то есть, правда. Все было сделано, в общем-то, достаточно неплохо. Да, момент был острый, потому что вот игрок, который выходил с Сити, да, двигался в сторону Гуся. Возможно, вот, где-то поторопился. Может быть, да, потому что тут два шли через Зиг, то есть... Ой-ой-ой-ой-ой, хорошее начало здесь для Hard Legion, проблемы у Virtus.pro, Адрен. Пытается найти фраг, но, опять же, тут мы видим все... Быстро изолировали ребята из Hard Legion прежде всего гранатами, ну и заняли лонг на раннем тайминге. Якиндер, да, у него статистика 0-0-5. Но сколько же он своими действиями, да, регулярно создавал пространство для своей команды. Но не могли реализовать. Не могли реализовать, историю. Да. И вот видишь, прошлый раунд тоже, в общем-то... Обрати внимание, как ВП действовали в этом раунде. Два игрока занимали длину, два занимали зигзаг, и только один был на базе Б. И вот... Раунд за раундом мы наблюдаем какие-то интересные схемы от Virtus.pro, но которые почему-то не дают желанного результата. Где-то в моментах своей прямолинейностью Hard Legion, ну и, наверное, хорошей стрельбой, забирают все эти моменты. Прострелил! Да. Джейм, играет опасно! На грани фола! Да, Джейм! Вот это поворот! Шашлыченко залетел. В дым! Жестко. По таймингу. Супер жестко. Крат находит минус. Где это было? Это в мидле. Он словил кикер. Так какой же важнейший минус. Смотри, Hard Legion инста перетягиваются в сторону Б. Они понимают, возможно, что там вообще никого нет. А если есть, то максимум один чел. И сейчас вот эти два игрока, которые выходят через Т-шку, они понимают, что им нужно просто сыграть на размен. А Рейдж контролит проход. Да, идеально. Просто идеально разыграно. Вот сейчас зигзаг сыграет. В какой-то момент нет, зигзаг пошел обратно. Бомба спокойно ставится себе на базе Б. Привет, пацаны. А как так, да, думают? Опа. Ой-ой-ой. Он слышит зиг. Он понимает. Якиндер, важнейший минус. Есть диффьюз киты, 3 в 2. Нужно выбивать эту базу Б. Хорошая рабочая ситуация. В соло Якиндер с АВП идет... Два ВП на выбивание, это плохо. Это плохо. Это не очень хорошо, но смотрим. Наверное, хорошая стрельба. Засейвит здесь Virtus.pro в этом раунде. Диффуза у Адрена. Гранат нет. Это слишком просто. Два Вика. Что делать дальше? И Киндер минус по Форестеру. Знает, где находится крат, но... Диффуза времени... заберите! Времени а Джейм уже не успевает. Нет. Все, не успевает. Да, раунд проигран. Как же тонко! Как же тонко команда Virtus.pro проигрывает раунды! Да, действительно. И Киндер три минуса, кстати, первых... вообще в первой фраге на карте Dust2 он сделал в этом раунде. Ну вот это самый, наверное, эпичный момент. Это вообще, да, поставить такой шашлык, дать раунд, обидно. Знаешь, вот только что мы видели, как Игорь-то забрали, нельзя сказать, что он там сильно виноват. Вынесся, чел, поставил в первой пули. Типа чекал, не знаю, то есть тонкий момент, понимаешь? Вот тонкий, потому что на базе Б, мне кажется, до последнего должен всегда оставаться игрок. Ну, на любой карте, я имею в виду, не только на Дасте. Здесь понятно, что ситуативное смещение, понятно, что его словили, то есть очевидно, что он там не хотел этого, и так получилось. Но Hard Legion микромоменты разыгрывает очень круто. Реально царская координация. Ну и Адрен в медле сейчас будет выход на него.
Даур может подкопать, открывается, делает, не делает, все-таки делает. Минус 4 в 4, ситуация продолжается, заход. Кикерт как же не везет. Якиндер, соло на базе Б, с АВП, можно ультануть. Есть мана, первый не пошел. Как же так? И все, 2 в 4 можно сейвить, Virtus.pro. Микромоменты. Да, вот знаешь, только мы похвалили Якиндера в прошлом раунде. Три таких хороших рабочих минуса, но все это было сделано уже, знаешь, при выбивании. Только что, вот реально вот дефолтный выстрел, почему он не убил его? Ну как это работает? Причем реально элементарно окно, заходит игрок атаки. Да, тебе надо крутиться в моменте на две стороны. То есть туннель-окно, туннель-окно. Но в такой ситуации снайпер должен попадать. Это факт. Итак, 2 в 4, Санджи и Джеймс сохраняют оставшееся оружие. Это АВП и М-ка. Дадут ли это сделать легионы? Вопрос. Врыв под флешку отрабатывает Санджи просто великолепно. Ну, четкое понимание того, как будет действовать атакующий игрок, врывающийся под эту моменталку. И, собственно, выживает Санджи. Нравится мне этот игрок. Он, когда пришел в Virtus.pro, очень, мне кажется, дополнил этот состав. Но, честно, когда набрили бустера, я удивился. Я тоже удивился. Я думал, что они до последнего будут как-то стараться сохранить состав. Но Якиндер, это, ну, я считаю, что это, в принципе, вот у нас есть симпл, да, такой феномен. Вот Якиндер близок к нему. Ну, не знаю, по моим ощущениям. Ну, потенциально сильный, да, и опытный игрок. Слушай, ну он поднялся, как бы, да, он там FPL разваливает. Он, смотри, его Virtus.pro взяли себе, да, у Просто. То есть, опять же, тут нужно понимать, что Данька Зевс тоже отпустил сильного игрока. Очевидно, понятно, что не просто так, но это сильный игрок. И команда просто в последнее время показывала неплохие результаты. 6-1. Была у нас пауза. 6 раундов подряд. После отданного, да, форса. Там пистолет мы вроде взяли ВП. Все правильно, да? Да. Ничего не перепутал. Так, Джейм, есть авик. Ну, кстати, байк рабочий вообще у Virtus.pro. Хаешка. Неприятная. Ну, 3 плюс 2 в атаке, да? То есть сейчас чекается коробка хардлиджинами. Хардлиджинами. Командой Легион. И два игрока у нас также у этих парней в медле. Кинки на Xbox. Выпад от Санджи четко. Очень четко играет. Парень из Virtus.pro. Ой, поджим от Якиндера. Сколько раз мы это видели? Ну что? Опять вот, ну, возможно, ключевой момент в этом раунде. И так есть численное преимущество. Минус в Т-шке. Нужно уйти. Вот грамотно сейчас сыграть, нужно уйти. Нет, пошел дальше. Якиндер пошел дальше, а в это время выходит Харлиджин на лонг втроем. И, по-моему... Проморгал Джейм ситуацию. Под флешку Форстера его забирает. Как-то так его сбрили. Джейм обычно такого не допускает. Врыв под флешечку. Кикер! Да что ж происходит? 3-3 ситуация, казалось бы, изи раунд для ВП. Ну 3-5, и да, две ошибки, и уже действительно серьезные проблемы для команды Virtus.pro. Я не могу сказать, что это ошибка. Ну, это же реально нормальный рабочий врыв под флешечку. Адриан. Ну, Джейм перестоял. Хаешка неприятно прямо под ноги. Есть молик и хаешечка. Даур, воспользуйся гранатами. Флешку можно в небеса запустить. А он спалит свою позицию тогда. Итак, Адриан. Перестрелка не самая сильная с его стороны. Ну и что? 5 секунд до конца. Смотри, что они творят. 6 секунд до конца. ВП падают втроем на базе А. Это 7-й раунд подряд для команды Харлигион. 5-3, Леха. 5-3. Ты вообще обратил внимание, сколько в этих раундах, да, вот при счете 7-1, сколько было близких моментов для Virtus.pro? Причем близких с плюсовой стороны, когда они в большинстве и не могут додавить. Value ситуации. Value ситуации. Ситуации, в которых у них очевидно и численное преимущество. И Кикерт купил дигл. А, я так понял, дали дроп Джейму АВП. Да, решили здесь такой мини-вабанк сыграть. Хотя мини-вабанк нельзя говорить, потому что все-таки либо вабанк, либо нет. Ну, понимают, видимо, Хардлиджин, какая сейчас экономика у оппонента. Пока действует достаточно широко. Есть позиция на ланге, в мидле. Как он это делает? В очередной раз. Как он это делает? Он видит двоих игроков. Кинки! Ну, как же обидно!
как обидно! Вот знаешь, он выступал в качестве оператора. Он снимал на камеру только что убегающих игроков Hard Legion на позиции Апланта, которые хотели почилиться где-то там с бомбой вместе, но... как минимум, семейное видео у Якиндера есть в архивах. При этом, смотри, Hard Legion не пошли на Б. То есть они втроем идут на лонг. Такой фейк, конечно, прохладный. Пострелял диглом под Б. Люблю такое. Ну, сушат игру Hard Legion. 40 секунд до конца. Они выматывают своих оппонентов. Вот как Гамбит играли, помнишь, тоже выматывали. Просто выматывали. Долго, вязко. Очень, да. Ну, при этом я тебе скажу, что Hard Legion все-таки в таймере нормально у них все складывается в целом. Как? Так, подсадка Джейма будет? Будет. Заметил Свят, сразу же сбивает Джейма. 2-5 ситуация. Десант КТ просто без шансов. Маг 10 в исполнении Крада разбирает парочку Кикерт и Санджи. Ой-ой-ой, первая половина за Hard Legion'ами, 8-1. И пока что страшно представить, что будет дальше. 5-0. Ну почему страшно? На самом деле, я тебе говорю, вот близкие ситуации, это где-то должно окупиться. И где-то должна пойти вода по трубам. Ну правда. Как так? Ну не может же все время быть анлуко. Ну вот сейчас была не совсем близкая ситуация. Согласитесь, сейчас... это один из первых раундов, который они взяли действительно уверенно. Так, выход на длину, размен от Адрена. Форестер забирает Даура в ответ. Ну, уверенно, это эко в 5-0 ты имеешь. Да. Ну, это да. Это то, что позволило стабилизировать экономику, и даже в случае поражения в этом раунде, ну, скорее всего, легионы будут закупаться. Поджим от Свята на этот раз, верхняя тэшка нам показывают. Да, тут скорее, наверное, может быть, мы ждали поджима от Киндера в очередной раз, но нет. И в этом случае, понимаешь... Нет, подожди, Свят же это с другой стороны. Ну, конечно, шо, да. Что я поджал? Все нормально. Что я поджал? Ты сказал, что чел в тэшке, он в тэшке. Все нормально, никто же... Никаких претензий, Юра. Все хорошо. Свят поджал тэшку. Поджал, да. Ну, поджал, зашел, поджал. Вышел, поджал. Вышел, вышел. Да. Ну, сейчас выйдет. Так, ну что, проверка на прочность Якиндера. Ну, в качестве поджимающего, скажем так, с переменным успехом все это заканчивалось. В качестве принимающего. Давайте смотреть. Хорошо. Первый есть. Второго должен забирать. Да, так и есть. Еще прав. И Форста неплохо раздымажил. Ну что? Рейдж. На месте. Ой-ой-ой, я там мог двум по шапке поставить. Так, ну, Форестер здесь уже не жилет. 2-8. Virtus.pro берут раунд достаточно уверенно. Опять же, отметим Якиндера, который сделал 2 минуса, оставил красным третьего. Классная позиция. Вот опорничек как раз-таки такого плана и нужен был команде Virtus.pro. Да, и напомню, что начинал он 0-0-5. Но потом в одном раунде отметился трипл-киллом. СВП. И все сложилось дальше достаточно неплохо. Потом были, конечно, промахи обидные. Ну да ладно. Так, а вот это лишний мув. Попытка ретейка длины под флешку тиммейта. Но Рейдж выигрывает эту перестрелку и забирает Якиндера. Я так понимаю, что Рейдж был слепой. Потому что там была инфа. Иконка. Была иконка и была флешка. И есть подозрение, что флешку как раз-таки кидали очень четкую Virtus.pro. Именно моменталку. И это просто, знаешь, вот тайминговый хороший выпад. Фраг на длине, а команда готова уже выходить на базу Б. И вроде бы всю эту ситуацию ВП читают. Ну, 2 Б в упоре, да. Окей. Тут, понимаешь, мне кажется, что сейчас будет инициация в медле. И там очень важный элемент. Это защитник, да, команды Virtus.pro. Это Санджи. Есть под вариант. Моменталочку. Ой, как красиво запускают на базу Б тиммейтов. Но Санджи пока что справляется. Адрен помогает. Кикер на хелпе. Чистый раунд. При выходе на базу Б пятерки игроков команды Hard Legion. Вот обрати внимание, что Virtus.pro в большинстве случаев читают оппонента. Да, просто именно. Там вот вначале не складывалось в клатчах, в тонких каких-то, да, таких розыгрышах. А дальше вот сейчас, я говорил, что дистанция, она должна где-то... Выйти в плюс. Да, где-то должна вот эти вот хорошее, правильное чтение, решение, поджимы, там, да, сбор инфы, оно должно принести результат. Ну и вот, собственно, 2 раунда можно порадоваться, как минимум. Я думаю, что, учитывая то, что счет был 8-1, сейчас уже 8-3, и, возможно, у Virtus.pro появляется хорошее настроение. Настроение для того, чтобы дать, ну, как минимум, зрелищную первую половину и выйти на более-менее пристойный счет. Ну, 8-7, конечно, это будет в идеале, но загадывать не будем. Скажем так, если возьмут 5-6, это будет уже, как по мне, достаточно неплохо. Приемлемый результат. Так. 4, кстати, уже практически гарантировали себе ВП. С пистолетами проведут Hard Legion этот раунд.
Но есть 1АК-47, есть по раскидке несколько хороших гранат, и интересно посмотреть, как все это дело будут легионы реализовывать. Свят АК-47, окей. Окей. Так, ну пока тусовка под коробкой, здесь только Санджи. Санджи в этой позиции играет хорошо. Обычно. Ну, я так понимаю, что Hard Legion будут ретейкать коробку в позднем тайминге. Кинги пока собирают информацию. Опять же, играют достаточно раскованно, ребята. Понимая, что, ну, в принципе, эко. Обрати внимание, два игрока на пленте. Сейчас серьезные проблемы будут у Санджи. Если Санджирс не справляется... Ну, вот эти идеалити выстрелы от Санджи — это просто шикардос. Джеймс страхует тиммейта, Кинки упал. Ну, наконец-то включается Форестер. И нет вопросов к легионам, на самом деле, да, четкую флешку бросили. Джеймс авиком, есть понимание того, что он на машине. Ну, вроде бы желание отпало проходить у легионов, или все же смачок подобрали. Окей, хорошо, что дальше? Так, ну опять Virtus.pro читают, и Киндер уже в спине. И Киндер дальше не идет, абсолютно, ну, грамотная работа. Ну и все. Это тир, наверное, для Джейма. Нет, Форестер! Ребята! 1-4 рейдж. Ой, 1-3, простите. Бомба выпала очень неудачно. Нет, ну вот, вот ты смотришь, знаешь, матч Virtus.pro, и ты понимаешь, что с каких-то таких моментов начинаются вот это вот перевороты эти. Подождите. Спокойно. Ну вот, когда Джейм в таких ситуациях не убивает, что-то стрёмно становится. А Санджи флешка в лицо и минус 2. Вот это меня поражает. Действительно четко понимает вот, тайминг выхода после взрыва флешки. Не могу сказать, что это какой-то сверхсложный элемент. Тем не менее, два раза подряд игроки Hard Legion проигрывают подобные перестрелки. Коэффициент от наших друзей при матч 1.4 на бывших Dream Eaters. Ну и на Virtus.pro 2.8. Вот так поворот. Ну, сейчас ВП стабилизировались уже, можно сказать, по игре. Это раз. А во-вторых, ведь Dust 2 — это их карта. Да. Коэффициент щедрый. Щедрый. Баннер по трансляции, друзья. Так что, ну, вы все прекрасно знаете. Едем дальше. 13-й раунд у нас на экране, друзья. Идут три человека в сторону базы Б. Там бомба. Один под коробкой, один все еще на респауне. Возможно, какие-то активности на центре карты мы увидим. Дабл пик на шорт. Опять же, все четко. Хотя вот 6, это рейдж. Он мог бы бросить флешечку в мид, потому что бывают случаи. Кстати, интересное решение от ВП. Стартовое занятие длинное. После этого третьего отправили на центр карты. Парочка занимает зигзаг. И вот знаешь... Контроль карты у ВП действительно максимально хороший. Джейм на центре уже забрал кинки. Адрен страхует минус свят. И при этом команда Virtus.pro не потеряла ни капли здоровья. Ну вот такая была видна оборона у Virtus.pro. Компактная, ближе к мидлу и Б. И фактически отдача А. Потому что игрок, который стоял на А, он был там, знаешь, в позиции такой, в которой он отходит с платформы и уходит на респаун. Численное преимущество для Virtus.pro. Безусловно, его нужно реализовывать. И что у нас от Hard Legion? Идут в шорт, ребята, бомба там. По раскиду смотрим. Это три смока и молотов. Ну там Джейм их просто ждет. Говорит, парни, жду вас. Без флешек заходите. Я готов. Да, я готов, подъезжать. Ну посмотрим, насколько готов. Ранбуст готовится. Ой-ой-ой, какие-то... А нет, это не ранбуст, это просто подсадочка. Еще не вовремя снялся с прицела. Так, опасно. Смачок. Так, не пропускает Джейм, делает минус по Форестеру. 2 в 5 уже ситуация для Hard Legion. 15 секунд до конца, успеют ли поставить бомбу, это вопрос. Так. Первый пошел, кикер непонятно куда двигался. Джейм контролирует проход в плент. Кикер решил ворваться, в итоге поплатился жизнь, но дальше все спокойно. Ну, уверенно, уверенно на базе А отстоял Джейм. 3 минуса от него мы видели. А вот тебе, Леха, и рецепт успеха от Virtus.pro. Проигрывая со счетом 8-1, стабилизировали свою экономику, заставили как-то, расшатали деньги в кармане легионов и раунд взяли, раунд отдали экономический, раунд взяли экономический. Поехали. Да, опять-таки же пистолеты для легионов, но на этот раз это форс. И не все так просто, рейдж уже на линии забирает Кикер, это Санджи. Санджи стоит уверенно, делает минус в ответ, 4 в 4. 4 ситуации, не самая приятная для диффенса. Открывается Джейм.
Где-то я такое уже видел. Якиндер последний против троих. Окей. Как пройти по длине? Смачок, все правильно. Бомба проходит. Кинки постараются поставить поинт. Якиндер будет мешать в прыжке. Не будет. Якиндер! Двоих уже забрал. Один хп. Сложно. Ну тут какой-то прыжок и хедшот. Вот. Он возьмет это? Нет. Нет, не возьмет. Ну как? Ну, nice try. Смотри, очередная ошибка от снайпера. Вот четко понимая то, что выход на длину уже состоялся, то, как открывался Джеймс, мы уже видели второе падение и вторую отдачу от ВП подобного раунда. Открывался он, да, очень так оптимистично, я бы сказал. Последний раунд в первой половине на ваших экранах. Друзья, есть два ВП в обороне. Это хорошие новости, конечно же, для болельщиков Virtus.pro. Ну и смотрим дальше, что будет происходить. Команда Hard Legion очень много инициирует на ранних таймингах. И вот сейчас мы видим уже занятие шорта. От Кинки прежде всего. Бомба находится на центре карты. Четыре игрока у Virtus.pro со стороны базы А. Ну и Адрен. Не Адрен, простите, Якиндер, конечно же, с АВП, там достаточно интересная позиция, играют в упоре, но и опять же бета. Он не боится даже в такой ситуации, будучи единственным опорником базы Б, он идет поджимать, обрати внимание. Царь. Очень тонко чувствует игру. Ну, либо, я не знаю, какой-то супер тонкие колы постоянно от кикерта. Мне кажется, что это все-таки инициация самого игрока. Ну, либо хорошо изучили действия соперника и понимают, как играют легионы. Итак, так выход есть. На длину, размен. Ну, его теперь Джейм. Первый пошел. Минус лысый. Горит Джейм. Так. Живет. Хилится. Крат делает минус на А. Свят забирает. Якиндер забирает Свята. Это, кстати, тоже очень важный минус. 3 в 2. 3 в 1 уже ситуация. Рейдж падает. Крат внутри пункта. Крат рискует. Понимаешь, что нужно где-то открываться. А Дрен ставит точку в этом раунде. Ну вот я говорил, да, 5-6. Это будет вот уже неплохо в текущей ситуации, учитывая то, что было 1-8. По-моему, Нави у нас на оверпассе сегодня так начинали тоже. В атаке играли. Там тоже было, там они горели, по-моему, но чуть ли не 0-7. Ну или там 1-8. Ну тут там вот как-то так. Нет, там 1-5 было. И потом пошел камбэк. И Нави выиграли первую половину. Гамбит начинали в обороне. Точно. Ой, не Гамбит, а Нави начинали в обороне. Все правильно. Да. Все правильно, да. Запамятовал. Ну что, пистолетный раунд. Три навора у команды Virtus.pro. Быстрый выход на лонг. Так, смотрим. Ну, смоки на КТ. И я так понимаю, что просто будет стрельба. Много глоков. Так, ранбуст. Алиджами. Ой. Сорвался. Ну, попытка. Трибл пик. Так, яму уже заняли. Крат. Ой-ой. Опасно. Ну, там идет контроль спины. Краду не надо торопиться. Он это прекрасно понимает. Угу. Ну, заход все-таки будет на или нет? Но все еще в яме. Вот со стороны ямы стоят Virtus.pro. Выкинули два смока и дальше не идут. Есть третий. Это я понял. Это может быть какой-то байт. Они, знаешь, пытаются обмануть своих оппонентов, но них не обманут, потому что как раз-таки сидит в спине крат. Так, вот и вы под пешку. И Киндер уже забрал Кинки. И Киндер, вот он. Прорыв на базе А. Так, Санж забирает также крада. Ну что, я думаю, Virtus.pro должны добирать. Это 5 в 2 ситуация. Форестер и Свят. У Свята есть две флешки. Кстати, он не пытается ими воспользоваться. Отличный выстрел по Джейму. Однако кикер тут же разменивает Форестер. Медлее есть у него информация. 1 в 4 для него ситуация, в которой он, конечно же, думает над сейвом армора. Дальше Hard Legion, возможно, будут делать форс-бай. Или Форестер пойдет дальше? Нет? Хм. Не, ну, типа, можно остаться здесь. А обрати внимание, теоретически, вот, были бы дефьюз-киты и какая-то чуйка. Ну, теоретически, да. А практически Адрен ставит точку в этом раунде. 7-й для Virtus.pro, забирает они пистолетный. Смотрим сразу же решение от Hard Legion. Ну, вот я бы, кстати, при таком счете, наверное, я бы еще подумал здесь насчет форс-бая. Ну, то есть... Экономически? Экономически, нет, потом, нет. И потом бай, правда, с эмками, без АВП. Но, тем не менее, решили играть таким образом. Покупают три дигла, Свят с P250, ну и скаут у снайпера команды Hard Legion — это Rage. Знаешь, наверное, тому есть объяснение. Все-таки помнят успехи первой половины после проигранного пистолетного. Зацепились за форс, и дальше пошло-поехало. Возможно, хотят повторить сценарий первой половины, но опять-таки же Virtus.pro должны были сделать выводы и подобных ошибок не допускать.
Ну, выпад через Зиг. Здесь мы видим у Хадлиджин. Пошел Молотов за спину. Адриэн здесь, кстати, один. Нет, не будет саппорта. А вот саппорт, кстати, от Джейми со скаутом. Адриэн контролит Крада. Попытался поймать тайминг Крад. Сейчас вторая волна, судя по всему, будет от Кинки. Адриэн на опыте. Да, при этом красный остается. Ну и выход на лонг. Да, то есть была драка в медле. Два игрока остаются со стороны базы Б. И по лонгу инфы пока нет. Но Рейдж не в курсе, что бомба здесь. И Virtus.pro пойдут именно на эту позицию. Так, что нужно для легионов? Это однозначно хедшоты со скаута в исполнении Рейджа. Только подобные действия спасут этот раунд. Хотя есть два красных. 16-14%. Это Адрена Кикерт и... Форест раздебло внутри плента. Может произойти. Ой. Попадает по первому. Забирает второго, и Киндер упал. Так, сколько там? Два красных? Два красных. С дигла можно еще здесь наломать дров. Где второй? Два на КТ. Ну, сложно будет. Сложно будет. Два в четыре. Шансов не так много. Virtus.pro, конечно же, не должны отпускать эту ситуацию. Пакет стоит, и все. Святы с Форестером уходят на сейв. 8-9. Затяжной у нас будет даст. Есть подозрение. Да, непростая карточка. Но знаешь, когда ты выбираешь второй дедас как свою карту, зная, что и легионы достаточно неплохо играют эту локацию, всегда какой-то вот неоднозначный кайсик получается. В нашем регионе как-то даст, по-моему, в принципе, котируют высоко многие. Я вообще посмотрел, что там по винрейту. ВП на Инферно 92%. То есть почему-то постеснялись забрать эту карту как свою. Ну, они же готовятся под оппонентов, прекрасно понимают и пул, и все, собственно, стратегии предстоящего соперника. Ну, скорее всего, и для легионов эта карта хорошая, но все же 92, да. Знаешь, цифры запредельные, может, решили статистику не портить. Ну, вопрос в количестве еще сыгранных карт, ты знаешь. Да, но там немало. То есть там... За 10. Да, там огромное количество матчей против коллектива из СНГ, но это все, ну, практически топчики, которые представлены на этом РМР-турнире. Что здесь? Форестер под базой Б. Сохраненный Дигов работает. Два минуса. Кикерт отправляется вслед за Джеймом. Только сейчас Екиндер на размене. А вот ожидают ли засаду? Так, мне кажется, надо разворачиваться. Куда вы идете? Не-не-не, нужно уже идти дальше. Это конечная. Либо нет. Объясню. А знаешь, проигрывает когда эхо. Они увидели второго на планете, все, вот это, ну, это засада на 100%. В тот момент возможно. Я что хотел сказать? Очевидно, что Адрен здесь 1 в 4, наверное, уже не вывезет. А я что хотел сказать? Чего нельзя делать на эко-соперника? Ходить медленно на Б. Вот мы сегодня, помните, говорили про гамбит, когда они на Б пошли на трейне. Не, понятно, Форестер инициировал, убил. То есть тут была засада. Вопрос не в этом. То есть эта инициация от Фореста могло и не быть, и Virtus.pro могли выйти и выиграть раунд. Да? Но не об этом разговор. Это вот, знаешь, как на оверпассе за атаку нельзя ходить в коннектор, потому что там стакается... Ну, стрёмно там. И там короткие расстояния для пистолетов. Альджами с АВП проигрывает важнейшую и принципиальную дуэль против... своего коллеги, снайпера. Ну, и оставляет команду в меньшинстве. Далек, ну, вот знаешь, это всегда... Вот ты не можешь предугадать, что вот не, такое... Не, можешь, не можешь. Я понимаю, что есть решение, есть кол. Но я о другом. Я о том, что когда эко у оппонента, тебе не хочется идти на закрытые плинты, да, на узкие плинты, где узкий проход, где нет спейса, да. Тебе не хочется там стреляться с пистолетами в ближних позициях, потому что нужно чекать там под 90 какой-то еще угол. Я про это. То есть это там бэтрейн за атаку, лучше не ходить там. Понимаешь, в чем боль? То, что до чека они даже не дошли. Они даже не дошли. Форестер просто говорит, пацаны, вы ничего тут не прочекаете, вот вам два хедшота, разбирайтесь дальше. Другой вопрос, что можно было девайсы. От них избавиться, оставить по-прежнему легионов с пистолетами. То есть два девайса ты выкидываешь, угу, и дальше разруливаешь раунд 3 в 5. Но вместо этого решили вот сыграть... Ну, мне показалось, что уже на самом деле просто надо выходить и нормально сыграть на размен в конечном итоге. Я думаю, что они точно так же и решили. Но там и был стак, и Форестер сыграл, конечно. То есть, опять же, он на эко, ему нечего терять. Он будет, конечно, с диглом здесь пикать. Его просто не перестреляли. Форестер в упоре. Так, тут не зашло. Так, это ошибочка. Это серьезная ошибочка, которая позволит... Я так понимаю, это вот такой вот раунд должен был быть. Прострел! Как же выживает в этом моменте Санджи. И, скорее всего, это сейв. Ну, надо сейвить. Хотя нет, там Стерспа заходит в спину. Крат, а вот теперь пойдут.
Адрен. Так. Тут очень важная дуэль в Т-шке. Хотя, посмотри, идет только один игрок. Кинки. Нет, все, передумали. Вот сейчас уже точно сейф. То есть там до какого-то момента вот Кинки начал... точнее, это был Крат. Вот до момента, пока Крат шел до конца, был шанс на то, что выбивание состоится. Я так понимаю, что Virtus.pro хотели сделать вот этот вот раунд, когда не смог себе под выход кидают и выходят в него. Ну, видимо, так это выглядело, нет? Прошлый, наверное, должен был быть таким. Хотя, опять же, случился Форестер. Форестер, да, там они понимали, что нет гранат, что они играют против пистолетов, что ничего не предвещает беды, но только дикая стрельба Форестера, которая застала их врасплох. Два авика сейвят, Крат и Рейдж. Опять же, для обороны на карте Dust 2 это очень хорошо. Здесь разобрался Кикерт. Крат, вантап. 9-10, пауза. Пауза, четвертая пауза от Virtus.pro. Ну и покупают ребята. Очевидно, как одни, так и другие. Там сейф вообще был у Hard Legion. Рабочий. Ну, кстати, денег, вот если посмотреть, не так уже много у ВП. И здесь надо выкладываться на максимум. Собственно, понятно, почему была взята очередная пауза. Кстати, это последняя, как ты уже отметил. Да. И тут стоит задуматься. 2.8 на ВП на победу на этой карте. Ну, кстати, неплохо. Неплохо, но Hard Legion, безусловно, другого мнения. И на них-то коэффициент пониже. Rage активно пикает спаун. Какой опасный пассажир. Там Форест пострадал. Где это произошло вообще? Под базой Б. Походу, перестрелочка закончилась не в пользу Форестера. Так, ну и Рейдж с АВП просматривает мидл, бомба в нижней Т-шке. Куда пойдут ВП? ВП будет прощупывать мидл. Ну, такое ощущение, что Hard Legion это чувствует. Три сейчас на центре карты. Молик через верх там откинул хитрый Рейдж. Бомба в мидле, чекается Зиг. Также флешка, также Молик. Крат делает выстрел, отходит подальше. Ну, пытается здесь Virtus.pro как-то сбить фокус с позиций своих оппонентов. Ну, в принципе, у них это получается. Но смотри, опять же, да, что делает Hard Legion? Просто ретейкует Зиг. И второй волной, возможно, его перезаймут. Ай-яй-яй. Но такое ощущение, что он осознанно это сделал. Как нагло играет Рейдж. После минуса остается на центре карты Адрен. Выход зигзага. Крат, Свят погибает. Вот это поворот. Да, неплохо здесь расшатали оборону своих оппонентов. ВП. 3 в 4 ситуация. Немножко хаоса, на самом деле, в этом раунде. Мы видим, где лежит бомба. Пошел врыв Кинки, при этом еще и поставил хедшот Якиндеру. Но Санджи, как мы видели, ответил. 2 в 3. 2 красных у Virtus.pro. Опасненько! Это кто был? Это был Форестер. Он почувствовал здесь кровь и ушел. Адрен уже занял хорошую позицию. Там на КТ только Рейдж. Рейджу, на самом деле, здесь в голове нужно держать уже сейф. Но он идет дальше с P250. Играет. Ой-ой-ой, Адрен прикрыл. Ну, как батя, знаешь, вот Адрен знает, что бомбера надо. Всегда нужно прикрывать. Это факт. Даже будучи красным, Адрен в первую очередь думал о тиммейте, который гарантирует ему победу в раунде. Итак, это 10-10 с вероятностью 100%. Форестер на это выбивание точно не пойдет. 10% здоровья и отсутствие дефьюз-китов. Ну, собственно... По количеству здоровья видим, что ВП где-то в моменте повезло. Где-то повезло, вот до конца непонятно, как играл зигзаг. Вот это падение... То есть там на самом деле действительно показалось, что он специально упал, но у него был тиммейт сзади, и они как бы зиг ретейкали под флешку. Да, под минус Рейджа, который сделал, подловил проходящего в зигзаг игрока, было идеально. Они, по сути, зажимали его в капкан, но... Свалившись на КТ, разрушил все планы, за ним отправился тиммейт, ну и выпад, опять-таки же, опытного Даурена. Даур, да, играл на максимум. Вот от него минус, и здесь ему уже саппортил тиммейт, второму была инфа. Ну и вот прикрытие, оптимистичный прыжок от Рейджа. Это прыжок веры был. По-другому не назовешь. Теперь тайм-аут уже от команды Hard Legion, и давайте смотреть, что поменяется в игре после... тактической паузы от игроков защиты. Коэффициенты, кстати, уже немного переигрались. Только что мы видели абсолютно, скажем так, обратную ситуацию. В качестве аутсайдера выступала команда Virtus.pro, а фаворитом были Hard Legion. Но, сравняв счет на втором дедасте, все-таки
Наши друзья из Париматча предлагают уже совсем другие коэффициенты. Пару тенге на ВП, мне кажется. Это Верочка. Что там? Занятие длины. Вот Хард Легион. Ну, а Virtus Pro будет строить свою атаку через базу Б. По крайней мере, об этом говорит лежащая бомба на входе в Т-шечку. Ну и, собственно, практически вся команда ВП с левой части карты. Из успехов легионов в этом раунде мы наблюдаем поджим длины. То есть вроде бы контролируются полностью подходы к Апленту. Но вот это, конечно, был провальчик. Джеймс забирает рейджа. Свят. Ай-яй-яй-яй-яй. Мог двоих в линию забирать, но нет. Перестрелять Екиндера не сумел. И с вероятностью... С достаточно большой вероятностью это будет сейв от Хард Легиона. Форстер, Крад и Кинки будут сохранять оставшееся оружие. Выйдет или нет, но Кинки должен отлетать. Да, Джейм Адрен. Все дело контролировали и четко понимают, где находится оставшаяся парочка Хард Легион. Можно ли сказать, что это камбэк? Ну, да. Это уже полноценный камбэк, Лех. Это камбэк. Учитывая то, как они горели в начале матча. Мне кажется, вот счет. Они посмотрели ролик от нашего продакшена. Там был номер. ВП набрали. Прозвонок камбэчно, да. Конечно, и он состоялся. Знатный кринж. Ну, наши кринженеры работают над созданием подобного. Кринженеры. Кринженеры, да. 11-10. Ситуация накаляется. Все у нас неоднозначно. Вообще, я думаю, что... Не думаю. Я вообще хочу, правда. Я всегда топлю за три карты. Я хочу посмотреть три карты. Counter-Strike мне нравится. И здесь Counter-Strike очень высокого уровня. И, безусловно, интересно исполняют оба коллектива. Так, быстрый выход на лонг от команды Virtus Pro. Заняли эту позицию. Пошел поджим. И посмотрите, сразу два игрока контролируют врыв на центр карты. Итак, Крад... В шаге от провала будет врываться подфошку тиммейта, либо это будет контроль вот с такой контактной позиции. Но все же, наверное, решили остановиться, отталкиваясь от того, что соперник не атакует. Прочитано. Прикинь, вот ты выходишь, да, в такой позиции, а тебя двое. Ждут. Привет! Привет, иди сюда! Ну, кстати, похвальное решение. И вот ты знаешь, когда он нажал на тормоза, я в какой-то момент подумал о том, что, ну, как думает игрок. Так, ну подожди, тихо, ничего не происходит, возможно, меня фокусят. И я подумал о том, что, может быть, сейчас тиммейты Зига накинут флешку туда и глубоко. Под нее ворвется. Под нее он ворвется. Но этого не произошло, Virtus Pro продолжает контролировать лонг. Все с гранатами хорошо, гранатами нужно пользоваться. Флешбеки к ситуации на дасте у команды Na'Vi. Да, когда решили без смоков проходить подлиннее. Так, врыв от Кинки, забрал Адрена, и Киндер на размене. Еще один врыв будет? Второй волной? Нет, просто не пускает. И Киндер Санджи делает по минусу. Ну и Форестер у нас последний в районе мидла. 3 в 1 ситуация здесь для команды Virtus Pro. Очевидно, не забирают 12 раунд. Бомба устанавливается. И смотрим на деньги. Наверное, стоит ВП поискать Форестера. Или не стоит? Ну вот, да, знаешь, наверное, стоит. С вот этой вот экономикой, с этим апдейтом, я заметил то, что выгоднее стало сейвить чаще. То есть чаще сейвить. Ну, именно... Вот я не могу это сейчас объяснить в цифрах, да, по прогрессии, по раундам. Но могу сказать, что интуитивно, вот когда такие ситуации, знаешь, вот вроде можно пойти искать своего оппонента, но у тебя, у всей команды, да, там, за счет того, что там оппоненты делали киллы, да, или была какая-то серия, у тебя... Близкая экономика. У нас много вообще стало больше близких матчей. Почему начали говорить про вообще про Макс Раунд 12? Ты же видел эту тему? Потому что куча оружейных. Куча оружейных, да, куча динамики, типа, и матчи получаются немножко более затянуты, да? То есть экономика подстроилась, а длина матча осталась такой же. Но при этом он еще стал более насыщенным за счет экономики. Ну, это правда, это прям вот тенденция, которая просматривается. Ну да, на самом деле вот этот апдейт с деньгами, когда сделали накопительную систему, скажем так, которая не сразу рушится, твоя экономика оказывается где-то на дне, она брала огромное количество экономических раундов, которые были, например, испокон веков. Да, это правда. Ну, бывает, когда мертвый ресет, и все, ты ничего не можешь сделать, ты понимаешь, что у тебя шансов нет, потому что сейчас 1400. А потом 1900, и все, ты такой думаешь, блин, ну как это может... А потом на третью закупку у тебя там, знаешь, еле хватает на снайперскую с легким армором. Да, потом тебя расмакнули, или ты взял раунд, и потом тебя опять макают, и все. GG. Идите отсюда.
Ну, тут другая история. Тут действительно все очень близко, и команды продолжают драться на равных. 12-10. ВП перехватили инициативу на втором дедасте. Ну и в этом раунде уже есть некие успехи. Кинги остаются красные, 15% здоровья. Ну и выжидают. Значит, сюда хочется сказать поляки, да? А это уже казахи. И да, то. Но на самом деле Virtus.pro, сколько лет, 5, да, наверное, был состав. Польский? Может быть, даже больше. Да, больше, да, это уже, знаешь, можно сказать, имя нарицательное. Поляки. Поляки. Virtus.pro, поляки. Все привыкли просто, что в CS ZTTEC играют именно ребята из Польши. Адрен. Есть открытие. Хорошая позиция у Рейджа. Но, опять же, здесь позиции недостаточно. Молотов есть, Рейдж все-таки находит какая минус. Какая выдержка, да, у этого парня? Да. Он понимал, что сейчас будут пикать, и этот молик тоже был откинут не просто так. Ну и что? 4 в 4 ситуация. Очень неоднозначная. Настреливает по машине Форестер. Там никого нет. По ретейку смотрим. Диффуза есть. Свят просматривает спину. Так, открытие от Фореста. И есть рефраг от Адрена. 3 в 3. Дальше нужно продвигаться. Опять же размен. Кинки. Последний погибает. 13-10. 1 в 1. Очень близко раунд этот заканчивается. Хорошая попытка от Hard Legion. И деньги есть. Деньги есть. При этом можно сделать, да, такой 2к-бай полноценный, а можно и действительно покупать. Но, опять же, я думаю, что хотят Hard Legion играть с АВП. То есть, по большому счету, они могут себе позволить отдать еще один раунд. Таким образом, Virtus.pro возьмет 14. Ну... Играют эко с АВП. Мне кажется, что ВП сверхмотивированы для того, чтобы взять матч-реванш против уже, на самом деле, где-то даже принципиального соперника. Итак, попытка аркады от Крада. Джейм все контролирует. Выпад зигзага приостановил с одной снайперской винтовкой. Ну и, собственно, пока что все идет под дудку Virtus.pro. Вторая половина, доминация, ну, вот. Ничего не предвещает беды. Ничего. Давай вспомним, сколько раз и Киндер поджимал Б, и сколько раз поджимали Б ребята из Hard Legion. Да, вот а сколько это инфы давало для ВП? Да. Ну, не факт, что там все поджимы были бы... Ну, то есть то, что его не контролили, это одно, да, опять же. Но мы оцениваем именно решение. А, в том смысле, что Hard Legion не оставляли люркера под Б. Они могли и Киндера наказывать чаще за это, да. То есть они просто этого не делали. Но при этом, видишь, Hard Legion сами по себе. Так. Рейдж. Хороший минус. Забирает Джейма. Ну и, собственно, по-моему, он заставил задуматься Virtus.pro над дальнейшими действиями. А дальнейшие действия просматриваются как выход на лонг, что ли? То есть они даже не допускают о том, что они могут читаться, или они не хотят просто. То есть, скорее всего, будут играть по два смока, молики есть плинты. И просто такой прямолинейный заход. Ну, это неплохая идея. Неплохая идея. Ой, там такая хаешка просто от Коби залетела. Итак, Рейдж, серьезные проблемы, промах с АВП, Санжи наказывает. Оп. Ну и опять-таки же ВП моментально перехватывает инициативу в раунде, устанавливает бомбу, уже один кинки против четверых, попытка ворваться с контровского спауна, но Санжи великолепен против пистолетов. Квадрокилл. 21 фраг, 5 ассистов, 15 смертей. Так выглядит основная ударная мощь ВП на втором дедасте. Я бы даже сказал, ударная мощь за атаку. Ну, наверное, вот как-то он больше, в моем понимании, раскрылся именно во второй половине. А в защите вспомни, какие важные минусы делал Санжи, когда пытались скрывать его позицию на длине. Когда сейвил девайс, да. Когда да, против да. Эко действовал. Да, запамятовал. Так, 14-10. Возможно, последний шанс для легионов подраться на втором дедасте. Свят. Будет дожидаться флешки тиммейта. А тиммейта тут даже близко нет. Да, да, там Свят дает экшен в зиге. Ой, чуть-чуть больно. Адрен такой-то за шо? Кстати, по рейджу вообще вопросов нет. Вот хорош, хорош. Стабильно хорош. Попадает, кого-то да. Убивает. Классный снайпер, да, он действительно смотрится в составе этой команды. Ну, в смысле, органично смотрится. Virtus.pro бомба на центре карты. Ой, что это прилетело? От кикер-то Свят падает. Есть численное преимущество для команды Virtus.pro. Было бы неплохо его реализовать. Ну и что, у нас все-таки угадайка, можно так сказать. Hard Legion играет 2Б, 1А и крат соло лонг. То есть, в общем-то, оборона уязвима. Но здесь может быть герой для команды Hard Legion, и это Rage. Прежде всего будет выход на него. Что делает Алексей?
как-то слишком просто, по-моему, в текстуре в какой-то застрял. Ну, просто вот вышел и погиб. Крат, ай-яй-яй-яй-яй, проигрывает перестрелку Санджи. По рейджу есть информация, но посмотри, как нестандартно действует снайпер. Забрал. Да. Джейман, но и Киндер на размене. Кстати, наверное, единственное возможное решение в этой ситуации, ну, только разве что он мог бы скипнуть на респ. Там бы было сочно, если бы зашел какой-то жучок. Это было бы очень сочно. 2-3. Харлиджин идут. Кинки и Форестер на выбивание. Есть диффуза. Пошел Молик на гуся. И Киндер играет на спуске. Все остальные на лонге. Бомба, судя по всему, стоит где-то за испанским. Да, в районе, чуть-чуть левее. Форестер через КТ. Не убивает Санджи, но при этом оставляет его красным. И Киндер ставит точку в этом раунде. 15-10. Вот, ты знаешь, вот атака у Virtus.pro прям... Ну, понятно, что она результативная, но я имею в виду, что вот как-то у них хорошо складывается и с энтри-киллами, и с разменом они удачно действуют. Знаешь, у меня все-таки много вопросов к защите от Hard Legion. То есть вот тот момент, когда надо, наверное, спросить защиты в первую очередь. То есть да, ВП четко, но вот ты уже отмечал, например, какие-то своевременные агрессии со стороны ВП, за сторону контртеррористов, которые приносили огромное количество информации, которую они обрабатывали и во что-то реализовывали. Со стороны Hard Legion мы видим пока что какие-то стандартные попытки обороняться, ну и соло-выпады, которые заканчиваются провалами. 4 на А. Семерочку, а именно Форестер оставили одного на базе Б. Опять-таки же пассивный вариант защиты. Ну вот как ты там на этой позиции остановишь, ну, четверых? Посмотрим, может быть, сейчас нет. Но бомба в медле гуляет. Есть люркер под Б, есть люркер под коробкой. Кстати, что-то мне подсказывает, что есть вариант, что мы посмотрим, как с подобной историей будет справляться Форестер. Так, вообще, бомба на зигзаг или вообще, нет? Вообще не жалуют базу Б Virtus.pro. Ну так, не часто туда ходят, я бы сказал. Более может подгореть под флешечку. Очень рискованно. Адриан оказался готов к этому. Кикер получает тут же смог. Врыв от него под флешку не состоится. А вот теперь состоится. Свят увидел. Ой, со скаутом в упоре. Опасненько. Virtus.pro начинает заходить на базу А. Есть понимание по одному игроку. Возможно, даже видели рейджа. И инста быстрейший переворот на базу Б. Кикер делает фраг по святу. Кир забирает еще и кинки. Это все было на хелпе. Форестер. В линию троих. Нет. Во сне. В мечтах. Но не в этот раз. Рейдж последний. 16% здоровья. Скаут один против пятерых. Ну, Санджи по ногам его добирает. 16-10. Более чем уверенная победа. Но от Virtus.pro на карте даст.